Что такое смута? А, игра? Ты что, стримчик заканчиваешь, монаточки собираешь. На, кофеёк тебе. Ну ты не пи***. Кофе принёс и ушёл. На, нахуй. Знаешь, если тебе настроение сегодня футбольное, тебе Ваня сегодня ворота сбивал. А что это, вот это что стоит? Что это, что это типа, вот это что? Что это? Реклама чего это реклама? Футбола? А почему она так называется странно? Как это, блядь, прочитать, нахуй? Как это, блядь, прочитать? Как прочитать? Я не понимаю, как это прочитать. Почему так сложно, блядь? Штанга, дружище. Какая штанга? Она такая. Ханна. Убирается такая. Чу-чу-чу. Бля, надо деда в Бангладеш отправить, клянусь. Чу-чу-чу. Куда? За сколько дед готов полететь в какую-то страну другую? Чу-чу. Так протирает такая. Чу-чу. Шкафчики убирает такая. Чу-чу. Хуякс. А-а-а. Так мы при деньгах уже. Конечно. Куда нам нахуй? Сколько? Почему цифра странная такая? А, 4 200 000, да? И нету Ханы больше. Ну, блять, у него и нету Ханы. Имеются. Не в Москве. У него не... деньги уже пиздец. Где? Правда? Вместе с сыном в Бангладеш. Полетел нахуй. Пусть Соломон нам летит. Бля, Соломон вообще охуенное имя. Просто пиздец. Бля, клянусь нахуй. Соломон это вообще W. Соломон под пиво это просто ам... Ну, в плане, типа, вот просто, я не знаю, человек только, который пьет пиво, мне кажется, может придумать, человек называть Соломон, блядь. Умоляю, понервничай. Нихуя себе. Маленько. Опять то же самое произошло. Маленько, не маленько. За руль не зацепился. Так он не крутится. Потом, куда не выйдет. Бля, ебать жига так додает, пиздец. Это что за аппарат-то, нахуй? Это такое. Вот это ошибка была, конечно. Да, вот это ошибка была, конечно, блядь. Лёва всех ебёт среди всех путешественников. Его интереснее всего смотреть. Ну так это ж пизда-то, что тебе интересно смотреть какого-то человека, брат. Ну это ж, блядь. Понимаешь? Вот просто самое глупое, вот самое глупое, что ты делаешь, это ты пытаешься людям доказать это и навязать свое мнение, понимаешь? Вот это самое глупое. И так поступают очень многие, блядь. Доказать, что твой стример лучше. Это же абсурд. Это как вон подписчики Мелстроя, которые всем пытаются доказать, что Мелстрой богаче, блядь. Это же супер странно. Ну, Мелстрой богаче, но ты от этого круче не становишься, понимаешь? Типа, не становишься ни в коем образе. Она перевернула мой листочек, и каким-то хуй у меня Мизулина... Человека, которого смотрела, там, например, сколько у Лёвы было? Тысяча средней, да, было? Сейчас у него средний там 1006, и на аукционах там типа поболе. Ну, в любом случае, значит, человек нашел своего зрителя, которому нравится. Это в любом случае залетело уже. Если люди берут с него пример, люди тоже делают аукционы, значит, это залетело, нет смысла ничего доказывать, он уже доказал это действиями, понимаешь? Нет смысла бегать и по чатам писать, что «а вот у Лёвы круче!» В этом нет никакого смысла, он уже доказал это. Оказалось распечатано на моих анализах. У меня Мизулина оказалась распечатана на моих анализах. Она зовет какого-то медика, приходит медик и начинает проверять, в порядке ли у меня все тут данные? Я думаю... Бля, почему всегда, когда представляешь, когда они летят вот в Новую Гвинею, в Бангладеш, почему ты представляешь себе в голове пиздец, а по итогу, блядь, у них там все заебись? Какого нахуй хуя, блядь? Куда я приехал? Ну-ка. А меня это заразит чем-то, интересно? О, блядь, ебать, я испугался. Do you know this money, sir?
Все. What is this? Do you know? I didn't know. Let me see. Let me check. Try to guess the country of this money. Okay. I guess it's from I can't get that clue. Let me see properly. What? Sure. Get the clue. Monarch? No. Monarch? No. It's from Russia, bro. Alright. Monaco. Чисто. Блять, вот эта купюра, ну идеально выглядит как и Монако. I see. Do you like it? Oh no, just a couple of words. No. It's not mine. It's not my song. Она подумала, что это я. Он говорит, я люблю это. Говорит, мне нравится. You like it, yes? You like? Okay, thank you. Бедолага просто, блять. Она, мне кажется, она испугалась. Вся потому что. Ой, какой ужас. Эй, салага! Чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Дабл стак на эту игру. Потом мы смотрим Форсаж 7. Так. Потом мы ждем обновления. Counter-Strike. Бля, как они трахаются? Я до сих пор не могу это себе представить. Бля, какой-то это же какой-то бред, блядь. Я не понимаю. Бля, может они ни разу еще? А че? Так, оно сегодня выйдет. Это просто игра, ты опять, 8 утра стримишь. Да, до 4. Ты из этой будки вообще не выходишь, я тебя не вижу, блядь, ты как на завод. Это вот первые слова такие. Почалося. Уходишь на 12 часов. Он просто из этой будки не влазит. Вань! Но. Нет, я тебе не разрешаю столько стримить. О! Нет, сегодня до 3 и компьютер офаешь. Да. Блядь, Даша, конечно, не уверенная в себе. То есть он сказал до 4, она сказала до 3. Это типа, чтобы дать понять, что она типа что-то может сказать, но при этом особо, да, и не выебываться. До 3, блядь. Блядь, ну вот, я не могу понять одного. Вот Ванька вроде типа, он вроде, ну типа в отношениях, он как будто, типа все-таки, да, типа самец. Но иногда Даша ставит его на место. Как-то странно, но при этом не уверена. Возможно, Даша главная в отношениях, но Ваня попросил ее при пацанах и в интернете, чтобы она этого не показывала. И поэтому она как бы напоминает ему, что она главная, но при этом... Типа, не сильно так понял, типа, чтобы он, как бы, вроде она его и прогнула, но при этом все равно, знаешь, типа, она его как будто слушает. Вот я не понимаю. Так и есть. Он вчера до 5 стримил. Вот тогда вообще непонятно. Наш вопрос такой мне в ТикТоке попадался. Ты бы дала своему парню изменить за 1 миллиард долларов? Конечно. Реально? Если 1 миллиард долларов, то... Ой, 1 миллиард рублей... Ой, 1 миллион долларов, а не миллиард. Миллион это сколько? 100 миллионов. 100 миллионов. Бля, я уверен, что мне кажется, что Даша, она даже не понимает, что 1 миллиард долларов какая-то сумма. Она просто типа знает, ей кто-то сказал, что Даша это очень много. Рублей. Нет. Нет? А за 1 миллиард, да. Да. На 1 миллиард столько всего купить можно. Так. Бля, на 1 миллиард можно купить несколько боингов и сделать перелеты нахуй. Блять, как потратить вообще 1 миллиард? Я вообще не представляю. Как потратить 1 миллиард вот обычному человеку? Как нахуй? Никак нахуй. Легко? Ты что, долбоеб? На кейсы. Казик, алло.
Да ты даже в казик не сможешь нормально это проебать. Ты чё, долбоёб? Это невозможно проиграть, мне кажется, даже в казик. Ну, в онлайн-казике, это, мне кажется, нереально это проиграть. Изи, в хомяка. Запускай. Три огромных острова. Ты дебил, нахуя тебе три огромных острова, что ты несешь, придурок? Я имею в виду нормально потратить. Ну, типа, купить себе пиздатый дом, купить себе пиздатую тачку. Блять, а чё, я какой-то тупой, у меня все закончилось. Ладно, а, так стоп, нет, хорошо, купить себе джет, купить себе яхту, купить себе, блять, ебануться. Купить, блять, еще у меня денег, ебать, нахуя осталось. Если я куплю замок себе, это хотя бы чуть-чуть отменит, ну, отнимет. Если я куплю себе ебанутую яхту, огроменную, это тоже отнимет хотя бы чуть-чуть. Но я не понимаю, это нереально потратить. Какая сбор на 1 миллиард долларов? Если ты прям счастлив и любишь, то тебе это не надо будет. Ах, брат. Это, бля. Как сказал-то, блядь. А если денег не заработаешь, брат. А тебе искренне любви желаю, блядь. Да я шучу, да. А что у них пиздец настолько уже в инлайне все, блядь, что надо прям в футболке ходить? А нормально, что у него фунбет, блядь? Блять, интересно, он ее наказывает, типа, за это? Ты, сучка, сегодня была с Винлайне. На, по жопе. Ладно, все не было. А, шучу. Ну, я пошутил. Бля, ну, и честно, вот я бы никогда так не говорил, если бы, когда Ваня где-то находится, ты только говоришь слово «секс», и Ваня такой, типа... Вот так. Ребята. Ребята, меня тут нет. Я клянусь, вот... Я надеюсь, что мы еще будем общаться кучу лет. Я надеюсь, что Ваня такой даже будет в 30, блядь, просто. Просто. Я пошутил. А ты бы как ответил? Конечно, нет. Даже за миллиард? Да я сам заработаю их, нахуй. Нет. Ты что, долбоёб? Где ты, блядь, заработаешь? Охуеть. Как заработать 1 миллиард? Типа, ну, это другая стадия заработка. Типа 100, по сути, вот 100 миллионов долларов, это уже другая стадия заработка. Типа, это пиздец. Типа, это... Вот кто, по сути, может заработать 100 миллионов долларов из стримеров? Ну, кроме Мэла, типа. Ну, окей, Мэл, типа, если вот он будет именно ебашить на бабки, именно копить, вот он, я думаю, сможет как-то худо-бедно собрать. И ему придется, не депать все свои бабки в казик. Ну да, чтобы он, как он бывает, он 3 ляма депает, выводит 5, там, 10. Ему придется на тихой грусти работать. Кто может заработать? Вы думаете, Кайсинат может заработать один... А, 100 миллионов, вы думаете, может Кайсинат? Ну, может, Кайсинат и может, да. У Кайсината, я думаю, что будут какие-то ебанутые контракты, в которых он будет зарабатывать дохуя бабок. Ёб твою мать, блядь, извините, нахуй. Нихуя себе. Где-то жаба, пацаны. Где-то жаба, блядь. Ну его нахуй, блядь. Вот это минусы жить на первом этаже, блядь. Просто жаба запрыгнула, прикиньте, блядь. Извиняюсь. Когда-нибудь... Так у Кайсината уже 100 лямов с Nike подписан контракт. Так это ж, пацаны, это ж не одним днем делается. Типа, подписанный контракт, это, во-первых, не факт, что ему выплатили сразу эти деньги. Так это еще и на кучу лет деньги. На год! Как так? Дай денег! У него за год чисто сабок выходит больше 250 лямов долларов. Что ты несешь? Ты, блядь, ты когда-то учил математику вообще? Ты понимаешь, что такое 250 миллионов долларов сабок? Ты вообще это понимаешь нахуй в своей голове? Алло, блядь. Он получает за сабку, у него продвинутая партнерка. Он получает за сабку 3,75. Берем 250 миллионов долларов, как ты говоришь, разделяем на 3,75, которые он получает. Не 5 он получает, 5 это оплачивают 5, а получает он 3,75. Ему надо, чтобы на него подписалось за год
всего-навсего 66 миллионов человек. Я забыл сказать, еще и 666 тысяч человек. 66 миллионов 666 тысяч человек наш, чтобы на него подписалось. Ты вообще понимашкин, Саша, блядь? Изи, блядь. Так 375 это за месяц. За год больше получается. Ты что, дебил? Сапка стоит $5. Он получает за нее 3,75. Ну, грубо говоря, $4. Он не получает все $5. Есть комиссия Твича, понимаешь? Она не увеличивается с тем количеством, сколько он стримит. Она в любом случае остается 3,75. На 12 подели. В смысле, какая разница, зачем делить на 12? Ему надо, чтобы в год подписалось 66 миллионов. Зачем мне делить на 12? Делю на 12. Получается 5 миллионов. Подожди, дай подумаю. $250 тысяч в год. Я разделил на цену сапки. Я получил количество платных подписчиков в год. Что неправильного? Что я неправильного сделал? Я получил число подписчиков в год. Зачем мне число подписчиков в месяц? Все верно. Ну... Так а чё ты пишешь? Ты чё дебил? Это ты дебил? Сука, ему надо, чтобы 5 миллионов, блядь, подписчиков подписалось, нахуй, в один месяц. Ты вообще такое количество людей видел, нахуй, в жизни? Всего, нахуй, 7 миллионов, блядь. Население, нахуй, дебил, блядь. Ебать, какой ты конченый. Нахуй ты это написал в чате, блядь, у меня сейчас горит, нахуй. Я знаю, что, блядь, 8 миллиардов. Я знаю, идиоты, блядь. Бля, 250 миллионов с подписчиков зарабатывает, чел. Бля, какой ты конченый. Бля, найдите этого типа, блядь. И просто, вот просто, блядь, вот что-то. Я не знаю, блядь, почему я не Гарри Поттер, почему я не могу так тебе, сука, блядь, накрутить, гаду, блядь. Не будь инвестиционный портфель мой как стрельнет до миллиарда рублей, вы все охуеете до миллиарда долларов. Сегодня, кстати, шутку прочитал. А ну. Как называется 1000 рублей, принадлежащая гражданину Турции? Штука турка. Ха! Ам! Ну, все правильно. Штука турка. Все правильно. А че? Смешно? Ну. А че, я им когда-то хуйню, что ли, посовывал? Никогда, нахуй. Долларов. Извиняюсь. Ай-яй-яй-яй-яй. Да ну нахуй. Фрекс. Шпекс, вот такая вот. Бля, я как-то посмотрел, сколько стоят номера в России. Честно сказать, я не то что охуел. Я сначала охуел, потом, когда осознал, охуел с того, что я охуел. Это типа пиздец. Вы чё, ебанулись, блядь? Бандура. Ну такая дура. Донаты выключены? А я не знаю. А, вот они. А что они? А, вот они. Миллиардная яхта, огромный бюджет, это не так уж и много. Содержание яхты от 100 миллионов будет тебе стоить больше 10 миллионов в год, а еще замок содержать имнешься. Так и что, 10 миллионов в год, как ты все равно хочешь это потратить? А почему у меня не помещается? Подождите, дайте я нахуй поудаляю все хуям собачьим. У меня много всякой какой-то хуйни. Все, я донаты вывел на первый. Должно быть норм. Короче. Ебать, я охуел. Блять. Ну. Ладно. Наверное, если я... Вот, если бы я жил бы в России, наверное, я хотел бы себе какие-то пиздатые номера. Но, блять... Купить номера за 20 лямов? Блять, это вообще пиздец, как будто нахуй. Дура. За 20 лямов, блять. Так, какие номера я хочу? Что значит хочу, блять? Ну, хотел бы, да, хотел бы, во.
Правильно. Быстро одумался. Не перебылся, одумался. Я хотел бы номера либо О. А чё О, блядь? Ну, по-любому цифру на 192 в любом случае. О, О, О. Блядь, да я креативный директор, нахуй. О, 192, О, О. Не, нос. Что нос, блядь? Нос, типа, и что нос? Типа, блядь, ха-ха-ха-ха. А номер-то не крутой? Хотя, по сути, О, тоже не крутой номер, да? 192, если там будет. Если там 7-7 будет, например, 7, то крутой. Угоськи. Низкая. Низкая. А какая? Какой год у нее? Наталья базированная. Боже ты ж. Музыку включи. Ладно, вот это, если честно, минус вайп, когда ты слушаешь музыку, и у тебя вот это все открыто, я не знаю. Бля, не знаю, кабрики придумали для людей, которые хотят, чтобы их с геликов просто на голову им харкали. Батечка, извиняюсь, что прерываю ваше хорошее настроение. Да. Вы уже пожилой. Главное, чтоб сердце не ёбнуло. Да. Но мне кажется, что Натуська вам изменяет точка. У нее сейчас какой-то Микки Маус дома. Бать, держись. Так, спасибо. Спасибо, брат. А вот у Ивана фанбет. У Даши винлайн. А у их ребенка че будет фанлайн или винбет? А. Ну, кстати, не такая уж и прям плохая, если честно. Блять. Зачем ты мне сейчас написал? Я представил ребенка. Блять, я представил. Как? Как Даша уживется с двумя ребенками? Это ж просто пиздец. Это ж вообще нереально. Яби потратил 500 миллионов на реконструкцию волосяных фолликулов твоего чипа Пелисова, а на оставшиеся 500 отправил бы Ликса в новую каховку. О, нормально. Нормально. Я, кстати, в новой каховке жил на улице Победа. Не, Победы, во. Бля, у нас там был, кстати, дом без папы назывался, прикиньте. Ну, там все с папами были, просто так дом назывался. Подожди. Не, Победы. Победы назывался. А потом. Слушай, Рудка, кто потратил 1 миллиард долларов? Ахахахахахаха. Арут, гей. Блять. Я, кстати, не помню. Не, 100% Победы был. Назывался. Адрес Победы. А может, потом переименовали, я не знаю. У нас вообще. Я, знаете, даже помню, у нас какое-то время гривны рублями называли. Даже в Киеве я такое слышал. Я у какого-то таксиста ехал, он мне сказал, я такой, о, думал, нормально, блядь. Не, без шуток. Реально. Потому что там же, это ж по сути легко объяснить, потому что много людей, которые пожилые, у них был рубль, правильно? Потом стала гривна. И поэтому они привыкли называть рубль. Ничего там такого нет. Это по рофлу было. Ты чё, долбай, по какому по рофлу, блядь? Но всегда доллар был. Вот это, доллар это было слово, понял, прям уже круто. Однажды круто. Пакет акций строго выстрелил и так. Застрелил строго. Хорошо. Что это? Это жук, который возит говно. Сейчас поймаю. Какашечку отдай, пожалуйста, братишка. Какашечку отдай. Это вы сейчас... Вы сейчас М на шефа писали? О, ребята. А, нет. А, у вас отстает. Потому что, ну, это, ребят, мы будем, ну, решать с вами серьезно. Что за говно ебаное, блять, а? У меня. Я почему сейчас взорвался?
Ёб твою мать! А что произошло? Бля, вот игра выглядит просто какое-то говно. Ну, я не знаю, ну это просто пиздец. Просто хуй его знает. Просто какие-то боссы, их надо ебашить. И это ебануто сложно. Блять, что в этом мире не так? Почему люди любят сложности? Их наоборот это должно отталкивать. По идее, ты такой, эта игра сложная, я в нее играть не буду. Здравомыслящий человек, нахуй. И все остальные, блядь. Ва, класс, 700 смертей. Бля, в чем прикол? Почему мы люди такие странные? Вот объясните мне, пожалуйста. Пятку сюда! Ты ж, ублюдок? В самом низу, наверное, внизу. Эта игра выглядит супер сложной. Вот тут ниже надо спуститься. А ты выпил кофе? Еще один. Андрян, ты типа делаешь вид, что ты гуль? Да, точно. А, стоп, подожди, откуда, почему вот ты до этого додумался, слушай, а я нет? Мне рассказали. Нет, подожди. А ты выпил кофе? Еще один. Андрян, ты типа делаешь вид, что ты гуль? Да, точно. Ничего не понял. А, стоп, подожди, откуда, почему вот ты до этого додумался, слушай, а я нет? Мне рассказали. Мне просто рассказали, что там из этого анимешки там пьют кофе, я тебе говорю. У меня сестра не купила крутой номер, а заплатила, чтобы ей буквы СУ не дали. Я охуел! Смотрите! Смотрите! Вот Наташа говорит, Генсуха едет. Москва, берегитесь. Но мы-то знаем, смотрите, что беречься надо, когда Генсуха паркуется у... Смотрите. Да, смотрите. Смотрите. Автономера. Не понял сейчас. И сейчас вот я не понял, нахуй. Это как работает? Это как, это что значит? Не особо дорогие, да, какие-то? Не особо дорогие. Агенты. Без политики. Да при чем тут политика, блядь? Дебил, блядь. Нет, мне рассказали, мне реально рассказали. Я даже про это не подумал. Нет, мне рассказали, блядь, мне рассказали, Макс. Сегодня кое-куда планируем, что сказать, выехать. Че, ну, шапка. Ты готов? Забив? Забив. Нет, ты в состоянии вообще, нет? Ну, я, например, не спал отлично. Ну, поспишь в лодке. Готов? Когда? Сидит сколько часов. Сейчас Юра проснется, и ему просто тоже... Чел пишет. Бля, Вадос ради онлайна политику стримить начал. А ты вообще знаешь, что такое политика, бля, это же просто пиздец. Я об этом скажу, он тоже не знает. Это все с потана собираю, чтобы все в а**е были. Вот если, а то, блядь, разленились, п***ки, блядь. Ёб***ный насос, Макс, а я тебе поставил телефон на зарядку, я сейчас же сижу, там, блядь, поёк. Сука, вата, фака, мака, фака, сука, 10%. У меня телефон, сука, щит разрядится, блядь. А какой он смешной, пиздец. Сука. Алло, это что? Алло, служба безопасности, спасите, меня преследуют. Здорово, сосед, открой ротик, смотри, какой вкусный пирожок, съешь, как друга прошу. А-а-а, хватит. А ну вешай трубку быстро. Сразу же духи, блядь. О. Ебаный в рот! По-братски, я тебя прошу, понюхай их. Это такая умора будет.
Бля, ебать, эта креветка здоровая, это просто пиздец. Не, ну в жизни, наверное, он выглядит маленьким. Это вот, по сути, это, наверное, только плюс для камеры. Привет, ну, я снимаю видео, где проверяю, кто умнее, бомжи или стримеры. Скажи, пожалуйста, что такое гипотенуза? Как крыса говорить? Или как что? Бля, ты реально снимаешь? Блять, ну я не могу сказать. Я не могу сказать, потому что я не хочу быть умнее бомжа. В ролике, это неинтересно. Квадрат гипотенузы равен сумме квадрата катетов? Это оно? Или гипотенуза это какая-то крыса, которая бегает что-то там по углам? Или это не то? Квадрат катетов равен сумме квадрата гипотенузы. Я не помню ничего. Я помню какие-то скрипты с математики там в голове, блять. Не, какие-то скрипты, я помню, мы учили. Их надо было сказать, чтобы математичка была рада. И все. А так я ничего не помню со школы. Я единственное, что помню со школы, это нахуя я в нее ходил. Ну ладно, это вам плохой пример, выходите, вы молодцы. Ты во все клипы, все тиктоки попадешь. Просто понюхай. Отправляю еще раз. Естественно, мы хотим снять прон, блядь, на фоне. Да. Чат. Вы хотели чьи-то трусы понюхать? Вот такой лоб в лоб вопрос вообще просто. ...у стрима, и там будет анал, вагинальный секс, дип-трот, и в конце много спермы на... Боже, ужас. ...лице, и потом на фоне твоего лица. Не надо на фоне моего лица, ты вообще ебался, что ли? Что вы пишете? Это ужас, ребята. Ужас. Лишь привет, Ташенька. Кстати, до сих пор не понимаю, почему еще из девочек никто не сделал аукцион на трусы. Это ж просто пиздец. Я просто не представляю, сколько бы там бабок было задонено. Кухня. Ну, только кухня делала. Она ж продала их там за 400 тысяч, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Почему Юлька Байоул не сделала, например? А хули этих трусов-то до пизды и так? Ну, не в том смысле, я имею в виду, не то, что до пизды, а типа до хуя. Вадим, я в шоке с этой дамы. Ты иди нахуй. Запрещает гад. Максим? Да Максим, его бы была воля, блять, он бы все трусы нахуй продал. Привет. Я хочу сказать от всего чата, что ты наше солнышко. А ты твои лучики, мы все тебя очень любим. Чё, у него голова горит? Ух. Ну все, ну я стесняюсь, блять. Ребята, вы, я вам говорю, блять, вы меня захвалите, я стану ЧСВшным. Я, слава богу, со своими модераторами... Кстати, Моц, напомните, у нас же был с вами такой разговор. Я своих модераторов, по-моему, так, как-то раз просил о том, что если я начну взлетать, блять, чтобы они меня посадили на жопу. Вот чат Дрейка, вы слышите меня? Не надо ему вообще донатить. Ох, слушай, блять, если ты начнешь взлетать, то это уже что-то, блять, серьезное. Хуй посадишь, братан. Он все это пьет на свои... шмотки дорогие, блять. Дрейк все проебает на свои футболки Луи Виттон, на свои Трэвисы Скотта кроссовки, блять. Он потратит ваши деньги на помойку, блять. Чтобы у нее сиськи были больше твоих, такую будет сложно найти. Но я твою мать нашел, кстати. Вот, ее здоровье. Теперь Дрейк крал. Вот ты не поймешь, как-то вроде мать нашел, а за здоровье выпил. 1-1 получается. Невиновен. А че? Чел пишет. Охуел, жирнич. Ой, блядь. Краш девочек, да, я так понимаю? Объясните мне нынешнее положение Твича. Теперь так. Дрейк краш девочек или что? Дрейк, да? А всем плевать то, что да, он весит 120 килограмм, вес у него. Что это за х... Фу, я этого человека целовал. Фу, боже мой. Я этого нацеловал ушастого. Боже мой, блядь. Это вообще пи***ц. Вы знаете, на что это снимали? На камеру от домофона. Эти фотки делали. Охуенный пи***ц. Свэк. Да. Ебать. Эти фотки делали. Охуенный пи***ц. Бля, ну вот это, кстати, охуенная фотография. Бля, мне всегда прикалывает.
Это как фильм называется, вот этот вот, «Судная ночь», вот какие там маски прикольные есть. Я, кстати, мне безумно нравятся клоуны вот эти вот страшные, я вообще балдею. Особенно, знаете какой? Который, я вообще балдею от «Американская история ужасов», там есть клоун, просто вообще охуенно выглядит, блядь. Свэк. Да, да, да. Ну да, самый стильный. Пуч. Ты где? Навряд ли стример. Я такой человек, говорю. Кажется, я исходя из своей. Успокойся. Навряд ли галактике расположена Земля. Навряд ли стримеры умнее бомжей окажутся, так что не беспокойся. В какой галактике расположена Земля? Братан, я вот не понимаю. Нахуя мне это знать? Типа, в любом случае, я в другую галактику не планирую, понимаешь? У меня плюс-минус такого вопроса жизненного не может быть, понимаешь? В молочной галактике, блядь. Я ебу, что ли, нахуй? Умом, батя. Ну, так, блядь, ну, вот вы представьте себе, вот нахуй мне это знать, объясните. Ну, вот представь, ладно, я бы летал на другую галактику. Мне чел такой задает вопрос, вы из какой галактики? Я ему говорю, а так нахуя, я никуда не планировал, блядь. А в Варшаве, например, мне не будут спрашивать, какой я галактики. Это было бы странно, как минимум. Их возможностей уйдут годы. Многие годы, пока я перестану себя так вести. Многие годы. Я пытаюсь, я тренируюсь, я общаюсь. Я ходил к психологу. Уйдут долгие годы. Когда я буду абсолютно эмоционально стабилен, а возможно никогда. Это я не сделаю это за секунду, я не сделаю это по щелчку. А что случилось? Че он кричит на чат? Ты че кричишь? Это я! Почему на меня все агрятся? Что я сделал? Идеальная вырезка. Иди нахуй! Почему вы рады? Неужели так много людей? Вам, мне кажется, он ебануто устал. Просто ебануто устал. Ладно, когда это еще, ну, когда это еще хайпит пиздануто, да, что у тебя цифры прям летят, 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 и ты на мотивации хуяришь, и тебе вообще похуй. А вот когда ты устал, и это еще каким-то образом чуть-чуть там устаканивается, да, до каких-то цифр. Ох, ебать, это прям пиздец. Мне его жалко, нахуй, даже. Людей, кто меня не любит. Почему? Но если у него последний аукцион был 70 тысяч, то как будто зрители могли его отправить домой, что он хотя бы чуть-чуть передохнул. Вот так рады. Смотри, давай объективно. Оценка красоты. Да, бля, вот мы сегодня, кстати, думали об этом. Сколько у него аукционов в месяц? Сколько вот у него было аукционов в месяц? Сколько? 8? 8 аукционов в месяц? Как будто для аудитории это очень много. Ну, если без шуток. Типа, каждый аукцион, челы закидывают бабки 8 раз. Бля, так-то это пиздец дохуя. 3 миллиона получил. Это жестко. Это жестко. 10. Это супер красиво. Здесь и острова. А я не понимаю, куда я его нахуй отправил, блядь. Куда-то в Италию отдыхать или что, блядь? Какого хуя, блядь? Где типы с палками, блядь, с камнями? Я что-то... Блядь, что за пиздец? Я просто типу отдых устроил. Я еще думал, ладно, думаю, чтоб ему там... У него же все равно будет какая-то пиздула. Я ему еще Хилтон снял или что мы там ему сняли, блядь? Тип просто поехал отдыхать. А, и море, и все на свете. Очень красиво. Оценка безопасности... Сам понимаешь, это ноль. Безопасность здесь на нуле. Здесь и мусора страшные. Полиция на метро. И бандиты страшные. Ух, не do you like my shoes? Yeah, my shoes. Nice shoes. Okay, up. Bro, it's Rickowens, bro. Bro. Короче, ну нормально. Заценила она, заценила. Покажи Ашку. Вот Ашка. О, ну подожди. Excuse me, do you know what is it? What is it? Да, yes, it's smoke. Look. Странная реакция. Ебать, что она в своей голове сейчас представляет?
просто пиздец. Взял какую-то, сука, пластмассу в рот засунул и начался дым. Она испугалась, окей? Мне вчера этот самый батюшка говорит, типа, Глеб, скинь мне фотку, типа, с билетом. Бля, это такой долбоёб, нахуй, просто пиздец, такой долбоёб, нахуй. Ебашит мне пару раз, и говорю, скинь мне, сука, просто с билетом, без паспорта, блядь. Я сейчас запущу, у меня будет 2000, нахуй, комментариев, блядь, там, под постом, нахуй, срача, блядь. Что я в ТГ запостил? Я ему кидаю? Вот так кидает мне постоянно. Потом проходит время, я ему пишу, он мне кидает так же само, нахуй, чтобы ты понимал. Вот, паспорт и фотка. Он говорит, ну куда я русский паспорт буду выкладывать? Ну а что, блядь, реально? Начнут долбоебы там одни то писать, другие то, потом посрутся, потом опять я захожу в комментарии и думаю, блядь, что у меня 200 комментариев, потом смотрю, у меня еще 700 просто сообщений удалены вот так вот, блядь. Это скинь просто с билетом. Я ему просто с билетом. Ну? А can you say hi to my friend? Не понял. Ну вот, типа, смотри, иногда кажется, что похуй, а иногда ты такой думаешь, блядь, если это кого-то затрагивает, окей, типа, значит не похуй. His name is Вадим Казаков. Can you say hi, Вадим? Hi. What? Вадим. Вадим, Вадим. Вадим. Вадим, yes. Hi, Вадим, how are you? Несчастливый. Ебать, мне привет передали, я даже не видел, спасибо. Блядь, это стоило 400 тысяч, спасибо большое. Какой ужас. Он сказал, типа, если он закурит, у него штраф будет. Окей, thank you so much. Bye, bye. What's your name? Bye. What's my name? Yes. Глеб. Глеб. And what's your name? Joey. Joey? Nice to meet you. Nice to meet you. Окей, сегодня тебя трахать будем в пи***у. Что он сказал? Что он сказал? Вот придет к тебе какая-нибудь девушка красивая, зайдет в туалет, там у тебя черкаши, и что ты будешь делать? Ну что-нибудь человеческое скажи, ну какие-нибудь напутствия. Зайдет в туалет, там у тебя черкаши, и что ты будешь делать? Я сказал, он гений, просто пиздец. Это спокойненький. Ну что-нибудь человеческое скажи, ну какие-нибудь напутствия, я не знаю. Это... Ну вот напиши какие-нибудь напустил вот сейчас на листочке. Отличного неба над головой. Там так. Не отличного неба, там мирное небо над головой. А, мирного неба над головой. Так. Конструктивно. А на какой улице в Томске жил? Бля, ебать, как я заметил. Я заметил вот так вот левым глазом. Я жил на Красноармейской и на Фрунзе. Третью не помню. Один раз я жил прямо в центре. Блядь, зачем я сейчас это вспомнил? У меня квартира стоила 12 тысяч рублей, блядь. Я никогда это не забуду. 12 тысяч, нахуй! И все было охуенно. Был пиздатый хайповый балкон. Блядь. Сейчас у меня 400 тысяч стоит хата, блядь. Даже сейчас больше, потому что мне надо дороже платить за все. И у меня стена, блядь. Что конструктивно? Сколько? 12 тысяч? А, это 400. Не говорю так, что мир не над головой конструктивно. Я говорю, то, что конструктивно, что по какому-либо поводу. Бля, ну вот единственное, что я понимаю, что вот кайфовать можно одинаково с любым количеством денег. Вот если честно. Я помню, блядь, как я жил вот на Фрунзе. Бля, как же это было пиздато. У меня, я был ебанутый брок в моментах, потому что я боялся выводиться со скинов. Да-да, блядь. Вот вы думаете, что ебать, приходят бабки, начинается балдеж, нихуя. Если что, нихуя не начинается. Порой даже, блядь, можно, сука, на пятерку так повисеть, как челы, нахуй, на 5000 долларов не повисят, блядь. Сука, просто может, есть, знаете, умельцы, которые умеют охуенно отдыхать, которые умеют тратить бабки. А есть такие, как мы, долбоебы, которые просто все покупаем плюс-минус самое дорогое, и потом такие, типа, ну, блядь, что, не вышло, блядь, ребят. И потом, да, потом начинается обесценивание денег. Вот это, наверное, самое грустное, когда ты такой уже, типа, когда ты сидишь уже такой, 100, 200, 300, да ладно, похуй, 400, похуй, миллион, да похуй, типа, вот так. И зато ты уже не кайфуешь ни от чего, блядь. Сука, как я в Томске, я помню, блядь, я помню, мы шли, короче, покупали вино белое за 99 рублей, какое-то со вкусом. Оно было то ли со сливкой какой-то, то ли, короче, хуйня химозная. Мы брали ебаный, эту, блядь, как это называется-то, нахуй? Покрывало брали. Брали два покрывала, садились, короче. Он, блядь, я им сейчас покажу, хули я пижу. Фрунзе 84. Мне чел скидывал, который эту квартиру снимал, что он в ней живет сейчас. Бля,
Я, наверное, так не найду быстро, да? Или найду? Короче, вот, вот тут я жил. Видите? Вот, смотрите. Вот тут я жил. На вот этом этаже, короче, понял? И у меня, по сути, короче, мы вот тут брали, клали, короче, ну, расставляли всю эту залупу. У нас был Mac маленький. Или ноут какой-то был просто. Я не... А, да, Mac был. Air, короче, вот этот, который 14 дюймов или что-то такое. 13, я не помню. 13, старенький. И помню, типа, ты, короче, брал... Блять, 99 рублей, и мы покупали, вот тут есть суши, панда, вот эти, блять, мы покупали один ролл, и это все, блять, 300 рублей, нахуй, пацаны, 300 рублей, мы пьяные, наелись, блять, балдеж, ну его тогда не было, вот этой панды, тут, по-моему, она попозже открылась, и все, и ты все, и ты счастлив, нахуй, а сейчас, блять, сидишь на день рождения, думаешь, что снимать, блять, хуй его пойми, блять, вроде анлим полный, а кайфа нема. Один ролл на двоих, да, а чё? Они стоили, извини меня, на тот момент, они стоили по 300 рублей, где-то примерно, 300-400 рублей. Это довольно дорого было. Ну, может, там два ролла мы брали. Прощаю. Ну, вот, блядь, ебанутый вайб был. Это чё тут такое, нахуй, закрыть? Я имею в виду 8 штук. Ну да, 8 штук, да, 8 штук, типа, 8-16. Конструктивно по какому-либо поводу, мирного неба. Мне во многом не нравилось жить в Томске, потому что там было очень холодно для меня. Я помню, как я пиздовал в зал, и я еще такой думаю, ну, я всегда такой, типа, чел, я из тех челов, которые крутой, поняли? Типа, и ты идешь, и типа ты такой, бля, ну я не буду там закрывать ебало, потому что я крутой. И я вышел, у меня тогда было минус 50, мне въебало так надуло, на что за 4 минуты у меня все лицо болело, я разговаривать не мог. Потом понял, что я нихуя не крутой и постоянно носил маску. Над головой. Ну, дальше. Осуждаю. Как обладает, да. Все, попрощался? Осуждаю, не поддерживаю данное высказывание. Да что ты эти фотографии хранишь? А это кто? Макан. Сундук какой? Макан. Я его не открою, алло. Не, бля, я реально задумался, бля, у меня с детства столько, сука, интересных историй, это просто пиздец. Я их просто как будто в один момент забыл. О, это что за легкость-то, ёб твою мать? Ебаная легкость, ты, сука, какой дроп, легкость ебаная, блядь. Это самый первый босс? Боже, нищий, блядь. Бля, спокойненько. Сука, это... Спокойненько, по-любому надо позвать на подкаст, это в любом случае, но не на такой состав, понял? Типа не на такой состав. Тут просто ему, возможно, будет, например, некомфортно даже здесь, понимаешь? Надо такой состав. Надо друг... Надо... Вот я говорю, блядь, надо... Вот надо на втором канале сделать подкаст, вот когда-то он получится, вот когда-то он получится, я вас уверяю, когда-то вот этот подкаст получится. Сука, вот под пиво подкаст, бля, как же он зайдет охуенно. Ну вот непонятно, когда он получится. Да что? Такая нахуй. Мама, откуда я? Ворон! Как эту хуйню хантрить? Я умер. Привет, чем занимаешься? Эскортом. Привет, чем занимаешься? Вообще... Вспомни времена, когда трейд работал, ставочки, скинами, фунтик, шурс. Да, прикольное было время, это факт, было прикольно. Это прикольно. Но там и Вова появился очень быстро. Не, хотя не быстро появился Вова. Че я хуйню несу? Вова появился через 2 года стримов, да, получается? Да, через года 2 стримов, наверное, Вова появился. И все. Ебать ржака, эскорт, лол. Лазейка. Кстати, я пиздец верил в лазейку. Даже хоть мы там ссорились, я не знаю, мне всегда казалось, что лазейка чего-то добьется. Он ебануто играл. Я всегда думал, что вот... Вот мне, знаешь, мне всегда казалось, что в Томске живет много ебанутых игроков. Просто они не могут себя показать, потому что у них ебанутый пинг. У них 100, там, 120 пинг. Лазейка еблан. Да нет, я типа не про это говорю. Мне просто казалось, что он... Ну, ребят, он, если что, в одно время играл просто охуительно. Ну, вот реально охуительно он играл. Ну, Эскортом, донг, да, вот донг. Да я уверен, что Лазейка тоже бы себя показал, если бы он быстрее приехал там в Москву, например, и начал играть на пинге 20. А, так таксист.
Не надо вот эти дни, когда ты, блядь, лежишь в кровати, блядь, ты в тильте, бам-бам, пиздец, блядь, тебя друзья не позвали гулять, да хуй с ним, блядь, взял, сука, в охапку своих кентов, побежали Батон в ближайший помнишь, полицейский участок на коробку. Вы обезьянник сели на варах, стоял меня с тюремными авторитетами, кайфуете. Туда с тобой скинуть. Да. Короче, я тебе посылку отправлял. Уже себе какую-то можешь домашку. Меня забрать, пожалуйста, с полиции? Пожалуйста, я там. Там 10. Что это за полиция, блядь? Почему она выглядит как какая-то будка просто? 10 грамм было. Ты просил, как заказывал. Я не довез. Забрали. Ты дурак? Я не буду! Дань, пожалуйста. Нет, нет, Игорь, это твои проблемы. Сказал, папа приедет за мной, я сказал, вот такой вот папа у меня ростом. Блядь, я нормального роста, Игорь. Дань, забери, пожалуйста. Нет, я, это твои проблемы, я ты. Забираю, все, давай, давай. Давай. Ну ты, блядь. Ах вы, а блядь, беги, беги, беги. Я, кстати, я вот дерзко иногда, когда захожу. Ну что, ты будешь покупать новый богатый Торбилан? Ах, угу. Да. Чтобы мне покупать Бугатти Турбилан, мне надо стримить казино, если что, каждый день, блядь. Полгода, нахуй. Еванулись, блядь. Я, кстати, когда заходил к Дерзко, мне всегда нравилось... Короче, у него есть чел с ником Беляш. Мне почему-то прикалывал этот чел. А не, вы чё, пацаны, нахуй. Я ебанусь на голову, если я буду стримить, блядь, казино, нахуй. Каждый день, вы чё, рофлите, блядь, всё, нахуй, там забудьте вообще за меня, блядь, полностью. Ты поймал момент? Беги! Ты да ну нахуй, Артур! Раз, два, три! Ты сейчас поймал момент? Артур русский, Белый, отвечаю, блядь, он сам... А подожди, они без лавы проходили последний раз? Не, кстати, я вот думал... По этому поводу думал, кстати, по поводу этого доната. А как он? Вот он. Слушай. Касаемо ДР, вы сами себе затраете планку. Ну да. Потому что заработок позволите, вы просто выбываетесь перед друг другом. Точка нет не. Души в празднование. Потому что уже не та цена удовольствия. Ну ты, короче, ты в чем-то прав и в чем-то не прав. Просто хочется сделать ребятам приятно. Понял? Например, да, если мы говорим... про ДР Славы в Дубае, оно было, да, неоправданное, потому что оно было супер дорогое, и типа там, блядь, в Бурж-Халифе, по сути, это ДР было, да, и как бы оно было такое, знаешь, типа жесткое, дорогущее, короче, хер его пойми, как там еще Азим, я так понял, икры наел, нахуй, на всю его зарплату, на всю жизнь, но этот, но вот вообще, я не думаю, что мы делаем какие-то ебанутые дни рождения, если честно, я не думаю. Типа, в любом случае. Ну вот, у тебя сейчас, думаю, про ДР. Батя, а такой вопрос? А. Когда ты в бане, ты чисто живешь на накопление или у тебя есть доход, кроме стриминга? Бля, ДР чипса это супер, да. Ну, у меня есть какой-то доход, типа, ну, маленький. Очень. Что? Ой, блядь. Спасибо тебе за творчество. Ну, кстати, бля, ты написал донат так, что тебя просто скипнут. Ну, понятное дело. Сори за негатив. Недавно умер близкий, и после этого в голову мысли только о смерти. Было ли у тебя такое, с кем ты боролся? Блять, ну если честно, вот честно клянусь, когда я вижу вот такие подобные сообщения, я честно, я не знаю, что подсказать. Ну вот просто не знаю, что подсказать. Типа, ну что, ну жизнь продолжается, да, типа ебануто, странно, но... Хуй его знает. Знаешь, как все всегда этот говорят. Этот Азим икру по карманам расфасовал и в Турции перепродал. Возможно, кстати, да. Хитрый узбек. Вот плюс сюда. В чат. Возможно, кстати. Ну, бля, я не знаю. Ну, в любом случае, типа, ты, блядь, завтра проснешься, завтра будет новый день. Хуёво. В любом случае, типа, блядь, ну, я хуй его знает. Вот реально, я вот я боюсь, я когда даже говорю о таком, я боюсь как-то так сказать, чтобы задеть, например, человека, понимаешь? Блядь, идиоты, блядь, нахуй я это слово сказал? Бля, подождите.
Брат, блядь, смотрю тебя с 2018, иногда трудно поверить, что ты такой же дефолтный чел, как и я, и ты жил со мной в городе. Спасибо тебе за все, ты сделал меня как человека меньше, чем три. Да ладно тебе тоже, блядь. Не этот, нахуй. Не надо тут, блядь. Блядь, вот факт... думаешь по поводу ноты Тана? Стрельнут. Я ебу, мне похуй вообще. Нет, вот, вот если бы не я... Я не знаю, в вашей жизни, возможно, кстати, ничего не поменялось. Но если бы не вы, ебать, в моей жизни бы много чего поменялось. Кстати, задумывались об этом? Калининград где жил, не помню. Самый русский. Не помню, богатырь. Закрой, нахуй. Богатырь. Русский богатырь всех вытащил. Сейчас не... Я не... Раз, два, три. Угу. А, но они как тоже без лавы. Парни, вы сейчас рофлите надо мной? Стоп. Ага. О, раз, два, три. Слезьте, слезьте! Да, парни. Я долбал. Конченый, нахуй ты стал слазить? Мы ее коряво поставили, Артур, мы бы не долетели. Давай, долетели. Мы не долетели. У них какие-то странные ошибки, нет? Или бы, блядь. Они, наверное, по рофлу. Раз, два, три. Зачем они? Бежим просто. Грустный. Я ебал. Ну я фак... Забей, я еб, все. Я дал. Ебаный. Ты вообще... Я кончил. Он не, не этот, не клоуничает. Потому что, типа, мне кажется, кучу времени, когда проходит... Ну все, забей. Такой, типа, бля, надо пройти. Я сплю. Ну я не могу. Я очень много говорю сегодня. Все, у меня крыша едет. Все, забей, я конченый. Как можно купить подзалупную компанию, когда есть нормальный рейс Эмирейтс за 170 000 на их сайте? 31 час. Смешно. Ты уебще обманул всех людей. Крыса специально в Москву хочешь, и вот придумал все. Крыса, упал ты. Я все могу наебать, блядь. Не, ну я не знаю. Ну, как по мне, он как будто играет. Это типа не настоящая злость. Можешь сказать, какой стабилизатор купить для IRL стрима, а то я бы накупал и они все херовые. Не знаю, у меня нет стабилизатора вообще. Только что 170 тысяч отдал за поездку, тогда я в чем не могу, блять. У меня один вопрос, я не лечу сейчас, блять, а можно? Если, блять, я наебываю, я хотя бы, блять, до Турции меня пустите, блять. Там до Москвы час лететь, хотя бы, блять, до Турции, дайте я улечу. 4 даже. Я этому хуй. Ну говорю, блядь, дай до Турции долечу. Я ему говорю, дай до Турции долечу. У тебя как, что я там делать буду? Это кому он говорит, что ли? Нетронутая. А мне? Да иди нахуй! Фу! Дрянь, блядь. Вы понимаете? Я никуда не лечу. Выиграл вариант просто бездомный. Не страна вы... Это что за только что было? Всем спасибо за стрим, ребят. Ну, знаешь... Подожди, что? Знаешь, никуда лечу. ББ. Аук на страну. Да нахуй мне нужна, блядь, аук на страну. Я что, похож на дебила, блядь? Да похож на абонент, блядь. Аук на... Так я не... Да, блядь. На самом деле, в плане Равшана... Сейчас. Так. Так. Она ко мне идет? Блять, какой же он еба. Посмотри, как он пристал. Я что, похож на дебила, блядь? Да похож на абонент, блядь. Аук, на... Так я не... Да, блядь. Типа 40 чел пишет. Вообще-то Равшан не 40 вроде. На самом деле, в плане Равшана... Сейчас. Так. Так. Она ко мне идет? Видишь, переодевается. Я себе, у нее какое-то кресло киборга, блядь. Лень было нагнуться, шма. Что за голова? В этом плане я никак вообще, ну, не агрессирую, все норм. Ну, пусть делает, что хочет. Что? Просто, чтобы это too much тоже не было, тогда я спокойна. Что случилось? А так я супер френдли к нему. Что? Какая красивая. Равшан Добряк. Что сделал? Подождите, а он сам купил эту подушку или ему подарили? А, подушку? Подарили. Руфат подарил. Та останова была. Он не прав, он Платон сказал лишнее. Стоп. Раз, два, три, гоу. Без шифта. Раз, два, три, гоу. Без шифта. Раз, два, три, гоу. Так, на шифте.
Стоп. Раз, два, три. Не знаю, я вот вижу стак, и я понимаю, что как будто нереально, чтобы они прошли игру. Просто, ну, невозможно. Гоу! Стоп, 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 стоп! Ну-ка ты, сука, как... Ёбак, ебак, кто это? Мразь, какая именно? Зови свою чертополовку! Гнилой, кто это, скобы? Клип-чат мне дайте! Пацаны, поднимите, Малю. Малю, поднимите. Все, 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 я с вами. Побежим, когда навстречу поедет. Давай. Нет, нет, стоп! На зверьё. Зверьё, блядь, мясо. Ну, бля, ну вы же видите? Ну я сказал, побежу, ну победил, я же не сказал, бежим! Зарк! Марк пришёл, сразу мы нормально играть стали, а ты пиздец. Вот здесь просто без прыжков, Зарк, за мной. Дайте я буду колить, пожалуйста. 24-й. Куда ты прыгаешь? За мной иди. Я не прыгал, я убил. Чё, блядь, сука, что делаете, звери? Чё, блядь, конченые, что ли? Сейчас я кикать начинаю, всё. Вы чё, звери? Падайте вдвоём. Нормально, нормально, нормально. Скользит, тут скользит. Димон! Димон! Димон, ну пи***ц! Бля, то я съехал сейчас! Ну всё, мы должны успеть, у нас слава. О, стоят. Мужики. Is it safe to go to Volk just by me, without you? No. No, it's not safe? No. It's safe, but they might steal your camera. То есть он сказал, если я бы гулял один, у меня бы украли телефон. You know? Си-си-си. Look, look, look. Wow. Wow. Do you want to try? Try. Слушайте, ебать, у него интернет охуенный там. Он боится, но try, try, try. It's like European. European. No, you buy cigarette for me. Хочу ли я попробовать марихуану в PNG? Yes, why not? You wanna try it? Ага. Where I can get it? I'll bring it. А, он сказал, он принесет. Окей, okay, thank you so much. You buy? Ага. You give me money, I bring it. Окей, okay, окей, thank you. Что-то не очень комфортное место какое-то. Я сейчас пойду вон того чела залутаю. Аааа, сука, что за хуйня? Ой, в пизду, короче, я ушел. Аааа! Меня лезет за мной! Чего? Привет. Временно бизнес секреты будут выходить совет номер один. Чем ходить и выбираться в России деньги? Хорошая игра. Чё за хуйня, блядь? Бля, пиздец. Это что? Алло, это какая-то криповая хуйня. Так, как его? Алло, это страшное говно! Бля, там у них такие ебанутые удары у этих всех, блять. Ебанутые какие-то удары. Блин, Макс, вот я сейчас постоял, я... Не понял. А кто это у нас в чате, Кит? Заболел. Охренел, хомяк, блин, заткнись, алло. Алло, я подумал, что не работает, хомяк, его потапать надо или что это, Макс, это какой-то, это мем, блядь, из этого, из интернета. Да, это он сам. Алло. Хуй не спишь, блядь, ты не слышишь? Ты что, он пьяный, блядь, или что он не разговаривает? Алло. Алло, Дань. Я не знаю, мне всегда, когда коверкается голос, мне всегда смешно. Это какой-то тупизм, нахуй. Ну, может, хватит врать на стриме уже? Ты же сам мне время назначил, место. Я приехал в какой-то Носоков, в какой-то парк, координаты какие-то скинул. Я не понимаю, Дань. Алло, какие координаты? Не было ничего, ты обманщик? Нет, когда я тебе врал вообще хоть раз? Сейчас? Что делать-то, Дань? Ты знаешь? Короче, слушай меня сюда. Ты тут? Да, да, да. Быстро да. Бегаешь. Ребят, ну какой скип? Это человек, который спас подкаты, блядь, у бустера, нахуй. Ну как так? В дань уважения. Не забываем. О, очень. Саши, дури, беги быстрее, нахуй! Беги, блядь, я не успею тебя схватить! Давай! Чел пишет. И чё? Лил, 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 лил!
Так я ему опознавательные сигналы дал, чтобы подумали, что эта машина бежит, едет полицейская, поэтому он сейчас по выделенке проедет, все нормально. Там погоня! Я к тебе еду! Сейчас с ними приеду! Не, не ко мне, не ко мне, к другому! Долбё! Меня с ним повяжут! Сука! Have you ever met in Papua New Guinea Russian people, except me? No, first time. First time Russian people? Yes. Я первый русский тут. Я первый россиянин. Никто не доезжал. Что за порошок в фруктах? Порошок это типа... Сейчас не удивляйтесь, порошок это домашний, выведенный кокаин. На основе лайма. Вот так и живем. Вези фрукты домой, выращивать? Нет, я повезу фрукты Вадиму. Вместе я нахуй со своими фруктами, блядь. Только вы никому не говорите, что я порошок покупаю. Конечно, никому не скажут, блядь. Конечно, никто не узнает. Да, я просто оба в ёб... They ask if the president of Papua... This is abroad. I have fruits in hotel. Okay. They ask if the president of Papua New Guinea eats the fruits. Do you know? Everybody. Говорит, даже президент эту ху** хавает. Открыл окна. В такси три человека, единственный не въебанный, едет сзади. Это правда. Держи руль, бак! Держи руль! Белый как так? У нас лаги как футбольная. Бля, ладно. Когда ты ждешь, ебанут аж коленки нахуй трусятся, блядь. Вчера, когда Ваня ехал, ебать, я обосранный сидел. Команда, три цвета, одно сердце. Они упадут здесь, я правильно понимаю? Субанду. Завали, ебать, не смейся! Папа будет папа, даже если будешь плакать. Я знаю, где лежит и как надо. Они знают то, что фики тут. Снова победил, правда? Золотых нахуй. Бля. И писы. Интересно, за сколько мы сейчас бы с Ваней прошли эту игру? Пей! Артур повел, сука. Кто последний, тот лох, ебучий, тот в аду навсегда останется. Ай-яй-яй! Братва, пока! Ебай, Артур! Застань гусь, сука, бля! Я уверен, что мы бы очень быстро прошли. Единственное, на чем можно было бы там затупить, это на вот этой, блядь, поездке. Мне кажется, вдвоем мы пиздец бы изи прошли. Да, вдвоем легче. Мне кажется, вдвоем это вообще далеко не как втроем. Всегда кто-то долбоеб. Когда вас трое, есть долбоеб. Когда вас двое, почему-то его нет как будто. Он как будто испаряется. Че? Ебать, я еб... Я кофе забыл на этой, прикиньте. Я кофе забыл наверху. А? Придурок. Ну, это, кстати, это еще нормально. Кофе это нормально. Бывает, так люди забывают телефоны, блядь. Вот это уже на грустном. Я бы оттормозился бы и просто на лобовое стекло. Это же мы с Парадевичем. Смотрите. Это же мы с Парадевичем. А, если честно, бля, BMW так охуенно выглядит, но она так заебала. Но, если честно, BMW выглядит охуенно. Мне до сих пор одна из, наверное, самых таких красивых машин. Мне ебануто нравится М8. Я вообще кайфую, пиздец. Мили. А как бы себе машину в черную и просто одну полосочку розовую вот так накатал? М5 прикольная. Но М5 прикольная. Но она такая, типа... Ну, понял, типа, бля, хуй его знает, только если смысл ее брать. Типа, как будто нет. Я готов заплатить. Я не понимаю, у всех есть бабки, и вы все берете BMW. Ну, что значит у всех есть бабки? Что ты под этим слоганом, блядь, имеешь в виду? У всех есть бабки. Какие? Типа, чтоб что купить? Ну, предложи варианты. Типа, те варианты, с которыми ты будешь предлагать, они будут стоить миллионов по 30, которые не все, например, всем. Но вот кореш, я не думаю, что кореш прям дохуя зарабатывает. Paramount Pictures, может, чуть побольше, да. Но все равно все деньги въебывать в машину, как будто это супер тупая хуйня. Урус. Ну, Урус нормальный, сколько тебе будет? 35 миллионов? 40 миллионов?
кореш амбассадор Бэтбума. Ну, блядь, пацаны, вы же понимаете, что, ну, много растрат. Ну, если бы, например, кореш, я думаю, мог купить себе Урус за один месяц, он бы, наверное, себе купил бы что-то такое, нет? Бентли. Но Бентли это уже такая возрастная больше машина. Ну, понятно, что ты имеешь в виду, типа, Continental GT, да, наверное? Я готов сделать. Сколько всего планет в нашей Солнечной системе, ты знаешь? 8. Все. Блять. И тут этот, сука, блять. Макрон, блять. Пока. Россия. Ой. Детка, ты. Ну давай. Россия. Ебать, вот оказывается, как надо, пацаны, целоваться с девчонками. Пальцы в пальцы. Хуеб, блять, прям там. Понравилась девчонка. В автобусе, снимаете обувь, она говорит, ты чё, ты говоришь, ей, ты не выкупаешь, пальцы суёшь, блядь. В этот же момент, пока, сука, кондуктор тебе поеб не ударил, начинаешь засасывать, всё. Бля, по сути, бля, ебать, он охуенно выглядит для Counter-Strike. Этот. Короче. Блядь, деду реально можно халявный контент сделать, если его куда-то отправить. Бля, мне кажется, это просто... Вот он реально покажет, как где-то нахуй надо отдыхать, блядь. На поездку в Москву, ребят. А, я видел его в ТикТоке вроде. Блядь, я вроде видел его в ТикТоке, что он вот так гранаты кидает. Я видел, так еще один чел кидает гранаты. Эй, Сильф, подожди! Ладно. Меня! Сильф! Что он делает? Купить дом своей мечты. 30 миллионов. Ебать. Пацаны, ну чё твоё это, блядь? Холоднее стал чай, чуть-чуть. 450 лошадей. Показал на острове костер. Весь день разводил. Ёб твою мать! Сколько лошадей? 450 лошадей, ёб твою мать! Ну, блядь. Дура! Пьяная! Наташ, ты парка. Вот не прям много. Подсяй будешь. Это мой. Это наш донатер, как говорится. Бля, вообще так-то они даже смотрятся, если без шуток, нет? Чай будешь. Такие, какие-то даже милые. Что, ну как? Ну, блядь, ну понятно, что у вас, блядь, у вас в голове скрипт, понимаете? Вам надо выйти за пределы этого. Что, ну, Вадь? Ничего не понял, брат. Так как я кидаю, ни у кого не получится. Очень рад твоей реакции. Аж сердце закололось сильно и руки трясет. Понял. In internet they say that there are cannibals in Papua New Guinea. But you don't eat people, yes? Что это за донат такой? Не надо такое. No? Окей. Я реально, вот вы типа скобочки ебашите, да я, ну, типа. Поняли, что я имею в виду? А just to know. А, Иван не кидает скобочку, блядь. Ой, Иван, блядь. Иван. Окей, нахуй мне водитель надел. Алло, мам. Глебушка, ты где, сыночек? Я в Папуа Новой Гвинеи, мамочка. Ты где, сынок? Я в Папуа. Боже. Мне пишет, мне этот анивей пишет. Вадя, надо ему обратный билет купить, мама волнуется. Ладно. Да. Кошмар. Ты, а где ты находишься? Мама, я в отеле. Что такое? В отеле, мама. Мама, что надо аккуратно, типа, каннибалов здесь. Что?
каннибалов бояться надо. А где они ходят? Где они? Не знаю. Ну, по улицам, наверное. Ну, Глеб, ты шутишь, что ли? Ну, наверное, не в городе, но за городом каннибалы есть, мне сказал этот работник отеля. Глеб. Что-то он пьет прочь. Не ходи никуда. Не за город, а какие-то отдаленные места. Ты слышишь меня или нет? Я никуда не хожу. Я просто буду, типа, ну, там, где нет никому. Нет каннибалов. Тут и человечина, и попугаи мертвые, и вот эти фрукты заморские. Иди нахуй, мне донатер, блядь. Все самое вкусное. Короче, мам, давай, я пойду кушать, как жили, а тебе приятных снов. Глеб, ну, пусть, пожалуйста, внимательно. Блять, ты долбоёб, я говорит. Вообще бы нахуй не дал, ничего еще не говорил. Ух, блять, аккуратно сейчас там было. Бедный. Если б, сука, вы такую ебаную реакцию в чате не давали, конечно, она меня смешит, блять, как нормального человека, нахуй. Хорошо, мамусь, всё. Будь со мной на связи. Я на связи, мам, всегда с тобой. Поехали. Бля, вот это, конечно, он молодец. Это если он сейчас когда доедет, блять. А, блять, это когда мы упадем, блять. Ну, кстати, вот если честно, вот это W-клипчик. Там главное. Нельзя тормозить. Только скажите мне, что сейчас дороги не будет. Блять, если без дороги, я даже не хочу это смотреть, блять. Без дороги я не хочу это смотреть, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Вот, поехали. Наконец. Бля, дайте мне фуловый клип. Ну вот просто, бля, вот честно, вот дайте мне фуловый клип. Ну, насколько это выглядит лучше? Ну вот как можно было, блядь? Поймал его за нос как психолог-манипулятор, и он попытался оправдаться, типа по Наташке не скучает. Но мы-то все знаем. Нам же не 20 лет, как Явилону. У нас опыта больше, мы все видим. Дайте мне клип. Я вас прошу, пожалуйста, дайте мне вот этот клип. Я не могу продолжить смотреть, пожалуйста. Иди нахуй. Что, блядь, наш, блядь. Фу, блядь, спасибо. Спасибо, кто это кинул? Блядь, Пим, спасибо тебе, блядь. Ты лучший, нахуй. Смотрите теперь, как должен был выглядеть этот клип, нахуй. Там вот главное. Насколько... Бля, кто это, что это мы смотрим? Ты как клипс, блядь, сука, ленивый гандон, блядь. Вот просто, насколько это дабл клип, полностью. Блядь, здесь это не обрезано. Блядь, это уже обрезано. Блядь, как бы сейчас закончишь. Бля, это охуенно! Хватит на дорогу, похуй на эту дорогу, проходим дальше! Давай, давай, пошел, пошел, пошел! Бля, все, я вас не слышу. Но музыка толкает. Бля, посмотрите на Ваню. Ваня думал дальше бежать. Вот посмотрите на Ваню. Ты тогда прочитал, обозвал меня. Так ответь, че думаешь, Ирл с Натальей и Ольга делаем на роллинг-ауте? Таксиса не будет, я все узнал. Хотя бы подкастик вместе. Хочет твою нишу занять. Дай подышать ей. Токио дрифт, блядь. Куда он бежит? Нормально. Бля, ну это, честно, это классный клип. Вот это лучшее, что вчера было, блядь, за весь ебаный день. Это что? Я, кстати, видел, она в эту игру играет на втором канале, если что, своем, блядь, тоже. Крыса. Мразь какая! Если что, случайно нашел второй канал. Блять, я не могу нормально реагировать, потому что я знаю, что вы будете писать ебаные тупоголовые смайлики. Я автоматически начинаю смеяться. Понимаете?
Нормально, все, всем подсчитал. Кто? Кто? Клянусь, кто? Стас. Я самый первый бежал, блядь! Я... Сейчас, подождите, секунду. Угу. На, я бы попить взял бы что-нибудь. Давай. Да, я сейчас скажу. Да, упал, так что же. Либас через... Я от этого вообще не понял. Нахуй попшикал в ухо, блядь. Это какой тупизм. Блядь, насколько надо быть тупым, блядь, чтобы попшикать в ухо. Полчаса. Кстати, Наташа тоже скучает. Кто заметил плюс в чат? Она специально сказала, что подкасты хочет делать, чтобы вызвать реакцию Владимира Эвилона. Попыталась его забайтить как женщина, но Владим не повелся. Владь. Ладно, это было слово Владим смешно. Луиц, Митокси, Слайми, Броски, завтра трек на альбоме Тейпа, дропай, ладно. Пока мой бру, пойду посвечу своими, рист перед своей девушкой, хард. Бля, все капли в уши прысну случайно по инерции. Нормально, ничего страшного. 24 часа, да. Стрим, не переживайте. Это ж я пропускаю донаты, нахуй. For easy. Ты ж реально думаешь, что это я пропускаю донаты, а не вот эти долбоебы, блядь. Это вот последняя попытка, ой, последний раз, когда мы упали. Давай, раз, два, три. Ну, тот же самый, стой. Ёб в рот, блядь. Чего, тяните. Ты, да, ты тоже упал. О, зацепился! Бля, летел нахуй. Нихуя себе. Это вот так было, блядь. О, зацепился! Бля, легенда нахуй. Сына и дочь, ты будешь по разным методам воспитывать? Да, да. Или одним методом? Нет, вот дочь вот так. Вот и так. А сына, ну вот, он будет стоять вот и вот так. О! Иди нахуй. Ты вообще в ванне фоткаешься, блядь. Мужики не фоткаются в ванне, Макс. Мне весело было. Девятую. Блядь. Давай, показывай. Ой, блядь. Десят. Показывай. Показывай, блядь. Ну показывай. Казбет точка линии слежь. Вот такой тебе нужен. Все, кроме одного мальчика. Подходит он к своему отцу и выдает следующее. Отец, я больше не хочу быть армянином. Отец отвечает. Так, давай не при людях. Праздник закончится, дома поговорим. Ну а дома происходит скандал. Молодой армянин отбирает все кредитки, машины, шмотки дорогие, выгоняют из дома. Да. Несколько дней блуждает молодой армянин, не может найти пристанище. И возвращается домой. Сколько? Стоит у порога дома. Навстречу блудному сыну выходит отец и спрашивает. Ну что, сынок, все понял? А сын ему отвечает. Да, пап, понял. Ебать твой армянин, пигар. Осуждаю. Не поддерживаю данное высказывание. Ебануться нахуй. Ну чё, пизда, что, Серёга, блядь? Ладно, что мы смотрим? Три уровня вашей личности. Кто ты, блядь? Я кто, блядь? Скуф, нефор, работяга. Что, блядь? Как...